Юргену снился сон. Он шел по городу и зашел в ателье по пошиву одежды. Там он увидел разные ткани. Это был шелк, бархат, ситец, атлас, кумач, парча и другие. Ткани были разноцветные и сложены были в большие короба. Короба стояли на огромном большом столе, а стол находился в центре. Ткани переливались на солнце разными цветами. Слева была дверь, и рядом с ней стоял стол, а на столе в коробе лежала чистая белая материя. На коробе была надпись «Продано». Справа была другая дверь, и рядом с ней стоял стол, а на столе в коробе лежала чистая черная материя. На коробе тоже была надпись «Продано». Издали Юрген не мог определить, что это были за ткани. Он не мог понять, что к чему. Прямо напротив его тоже была дверь, и за ней слышно было работа швейных машинок. Юрген, внимательно слушая стучание швейных машинок, и не заметил, как открылась слева дверь, и вошел человек.
и взял короб с белой материей и ушел обратно за дверь. Тут же открылась справа дверь, и зашел другой человек. Он взял короб с черной материей и ушел обратно за дверь. Открылась передняя дверь. За ней стоял мальчик. Это был китаец, или кореец, или вьетнамец, или... Он сказал Юргену: «Не верь, падет то, что должно упасть, а то, что упало, то не верь». Затем мальчик исчез, и Юрген увидел пошивочный цех. Но там никого не было, и швейные машинки сами по себе стучали, выбивая свои тональности. Тут Юрген проснулся. Помните, 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 знаете, знание всего мира не сравнятся с настоящей истиной. Но вы есть те, которые все понимают.